Эту женщину можно встретить не только на концертной площадке, но и на театральных подмостках. Выпускница Ленинградской театральной академии, актриса, режиссер, мим, играла в театре «Эксперимент», была создателем и режиссером Красного театра Кати Ши, мастером курса актеров классического театра, сотрудничала со Светланой Султановой, Еленой Ваниной, Вячеславом Полуниным, а 5 лет назад стала писать свои песни, которые исполняет в авторском проекте «Подъем» с группой музыкантов. Я дала себе слово, что без хая играть не буду. Сейчас чуть-чуть подождем.